Традиционно сельхозярмарки открываются в 6 утра. На огромной площадке агропромпарка сотни различных товаров. И в том, что все раскупят, сомнений у продавцов нет. Очереди у прилавков с самого открытия. Лучшее тому подтверждение. Этим утром среди покупателей был и президент республики. Рустам Миниханов в компании с министром Маратом Зебаровым внимательно изучал ассортимент. Спрашивал, что почем, интересовался качеством. Это сам глава поселения. Сам занимается. У него своя пасека. Леонид Осипов из Нурлат привез мед, липовый и гречишный. Говорит, весной его товар особо популярен. Есть знакомые, уже приходят, уже смело берут, не торгуются уже. Да, цены уже приемлемы, ну и мы уступаем. Подошел президент и к предпринимателям из Сабов. На их прилавках мясные изделия. Свою продукцию в агропромпарке представили аграрии из Нурлат, Сабов и Балтасей. Цены доступные, выбор большой. Сахар по 60 рублей, картофель 35, говядина 400. Три туши привезли, вот почти две туши уже продали. И субпродукты тоже уже почти не осталось. Больше всего покупателей по-прежнему у грузовиков с сахаром. Но ажиотаж на сладкий товар спал, отмечают продавцы и покупатели. Долго в очередь стояли? Нет, сегодня очень быстро. А в прошлую ярмарку мы стояли 2 часа, не хватило. Мы 3 раза занимали, но не так, чтобы принципиально купить песок. Очередь не доходила, мы уходили. Вот. А сегодня как-то быстро. Ярмарка идет более размеренно. Вот эти все очереди, которые раньше там в 4 часа приходили, уже таких очередей поутру нету, но в течение дня все равно народ сохраняется. Весна – время первых всходов, а потому сейчас особый спрос на так называемый посадочный материал. Продаем всего. Картошку семенную хорошо берут тоже. У кого сады были, это запущенные, все говорят, в этом году будем сажать. Весенние сельхозярмарки продлились 6 недель. Только в Казани торговля шла на 15 площадках. Реализовали продукцию по республике на 1 миллиард рублей. Продукция сельского хозяйства, она востребована нашими городскими жителями. В этом году ярмарка немножко отличилась спросом продукции, таким ажиотажным спросом на сахар, на муку, на картофель, на овощи. Но и как бы ни было, вся продукция была в достатке. Соотношение цена и качество на ярмарках одно из лучших. Об этом говорят сами покупатели. Песок в магазинах 88 рублей, 98 рублей, а тут 60 рублей. Это же хорошо, население покупает. Свежая продукция, поэтому вот нам нравится, мы приходим. Для горожан не только свежие продукты, но и угощения, горячий чай и блины. Согрелись, да, очень вкусно. Настроение поднимает и угощает. Так в хорошем настроении жители прощаются с сельхозярмарками до осени, когда фермеры вернутся с новым урожаем. Задачу по снижению покупательского ажиотажа в торговых сетях от президента аграрии выполнили. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.